Всем привет! Вы на канале «Все о звездах ТВ. Интересно знать». Представляем вашему вниманию актера Владимира Андреева, который скончался 29 августа этого года. Причиной смерти народного артиста СССР Владимира Андреева, который скончался 2 дня назад, стал микроинсульт. Об этом рассказала средство массовой информации, член семьи актера. Прощание с Владимиром Андреевым пройдет 2 сентября в театре имени Ермоловой. Похоронят Владимира Андреева в тот же день на Троекуровском кладбище города Москвы. Как сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский, когда 2 дня назад Андреев отмечал 90-летие, он чувствовал себя уже неважно. У артиста была ишемическая болезнь сердца. В кино на счету Владимира Андреева больше 35 киноработ. Дебют в кино состоялся в 1954 году в картине «Аттестат зрелости». Через год он сыграл главную роль в комедии «Доброе утро». И даже если многие из фильмов, в которых он снимался, сейчас не на слуху, то зрителям запомнилась «Добрая улыбка», ясные удивительные глаза Владимира Андреева. Среди лучших его киноролей – это незабываемый Салтан в фильме «Сказка о царе Салтане», а также «Багдадский калиф» в экранизации сказки «Калиф Аист». На съемках этого фильма как раз он и познакомился со своей будущей женой, которую зовут Наталья Селезнева. Она играла принцессу Будур. Светлая память этому прекрасному артисту и режиссеру, и царствие небесное.